Ученый похож на лунатика, шатается с книгой в руке. В его голове математика, компьютер лежит в рюкзаке. Он прыгает с парты на улицу, бежит прогуляться в метро и ловит для завтрака курицу, а вечером пляшет в бистро. Страницы полезные чиркает, фломастер бросает под стол, глазами открытия зыркает, бывает от ярости зол. Ученый похож на лунатика, ногами сломал потолок, и стала уютней галактика, ученый тепло приволок. Ученый похож на лунатика, ногами сломал потолок, и стала уютней галактика, ученый тепло приволок. Спасибо большое.